невзрачный. Это Евгений. Евгений Дмитриевич, наш новый член команды. Член новый. Ну, сюда. Мы с ним уже знакомы, да, рыбачили в Луде. Было дело, на вашку ловили. Начальник сидит. И гавайская рыбак. Дядя Люся, мы с вами недавно виделись. Ну все равно. Все равно вам привет. И Палычу передай. Палыч, я твой звонок пропустил. Извини. Палыч, мы не забываем тебя, да. Так что без обид. Всем большой привет. Добрались хорошо, без приключений. Вы меня снимаете, кстати. Сейчас. В общем, мы дома. Да-да-да, как Костя, то же самое. Немножко отдохнули и решили сгонять за водой. Ну что, давай набирайте воду, я вас жду. Что делаешь? Жду, давай, быстрее набирайте воду. А, что тормозить-то? Вот надо вот это дерево спилить. А так, потому что я в него уперся все равно. Я бы не уехал, он каракан сейчас уперся. Нелинга вообще мелкая. Где мы даже воды набрать не видим. Помедленнее ты веди. Она у тебя на дно села уже. А он про воблер, он налюбоваться не будет.
Это вода чистая? Ну, просто... Не то взял, надо было плавающим воблером. Ты подойди поближе, чтобы меньше травы цеплять. И дальше заброс сделай. Ему не терпится бросить, видишь, он готов был из машины уже бросать. Из каракат. Ну что скажешь, Андрюх? Ну хорошо. Пока нет, по крайней мере, вода в реке есть, хоть немножко. Да, значит... Где? Наверху? Вон там, берегу, да. Дальше. Там колесо стоит на перекатике. Вон там. По-любому. Это ельчик. Привезли воду, выставляем просто на поляну. И все. И все. Что-то можно и домой, чтобы в умывальник залить. Ничего дальше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну вы все понимаете, что смена открыта. Да. А мы на речку. Кто куда, мы на речку. Да. Все. Ты-то спиннинг будешь брать? Что? Ты. Я уже взял. А вот там что на столе лежит? А это запасной. Ты запасной спиннинг будешь брать? Вот привезли лодки к речке, там у нас мост, пошел смотреть на речку. Женька, что на нее смотреть, видишь, как речка? Смотрите, как обмелело нереньки. Вот мост держится на честном слове. Первая рыбка по плану. Увидела. Ну, под грязом. Будешь ее ловить? Вот, тут. Вон, видишь, ее. Его посветил, но здесь варится первый грибочек, а тут у нас диджей. Ох, уже все темно, надо яркость убавить. Лучок, сейчас мы бросили пассированную морковку в грибочки. Да, меня не видно, да. Сейчас меня увидишь сейчас, нет?
Вот наш мастер-повар на сегодня пытается нас порадовать очень вкусным, вкусным ужином. Поздним. Да, это пассированная морковочка, лучок. Кстати, давай... А это грибы, господа, грибы. Да. Кстати, давай я расскажу. Мы сегодня съездили на реку. Даже два раза были на реке. Женька видел несколько поклевок. Держал что-то там на крючке. Но в итоге... Пришел Сашка и поймал щучку. Пришел Саша, да. Ваш покорный сударь, как там? Слуга. Причем щука была потом отпущена, нацелована и отпущена. Да, я поймал эту щучку, которая обманула Женьку. И он же ее и поцеловал, и отпустил. Да. Даже мне не сказалось. Бывает такое. Но мы продолжаем грибы жарить. Да, тут Женя у нас рубает картошку. Освещение, не видно ничего. Вот так, хорошо. Сейчас будет грибы с картошкой. Песня. Слюни, слюни. Песня. Господа, это песня. Все. Go. Запах и вкус не передается через видео. Go, просто видео. Strangers in the cool.